Сегодня 1 ноября 2023 года около 17 часов на автомобильной дороге Усть-Каменогорск-Ридер в районе населенного пункта села Быструха, 49-й километр, произошло лобовое столкновение двух легковых транспортных средств, в результате чего два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа департамента полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.